Друзья, всем доброе утро. Ты, Ярослав, закончил рыбалочку. Ярослав, расскажи о твоих трудах сегодня. Ну, труды, как сказать, налицо. Поклевок с вечера было до 12 много. Ну, я думал, это осетр, но, как оказалось, это сом. Штук 12 было сходов, клевал на селедку с червяком. Ну, боец, конечно, хороший. Вот килограмма 2, наверное, я его таскал. Такой вот. Таскал минут 5, наверное, 7. Даже помочь. Сопротивляется хорошо. Осетрика одного с вечера взял, и все. Сом не давал. Будем работать. Сомоточку надо, ставить. Ярослав, еще надо ошибками поработать. Да, ошибки одно, они да. Есть. Ошибки и есть. Ловить надо. Рыба ловится. Рыба хорошая. Сомка вот интересно ловить. Вот поклевки злые, блин. Сопротивляется тоже хорошо. Ну, Ярослав, поздравляю тебя с уловом. Даже сумика. Таким. Вот у тебя сбылось твое желание. Теперь попробую на вкус. Сомик есть. Да, сомика размочил. Ловить интересно. Ну, спасибо, Ярослав, до много. Новых встреч. Да. Ждем тебя на водоеме. Скоро приеду. Всех благ. Спасибо.